Растанцевать всех и вся. Полесский госуниверситет по традиции выступает творческой площадкой для проведения крупнейшего танцевального проекта стран СНГ «Belarus Dance Camp». В рамках международных танцевальных сборов «Суперлагерь-2019» прошли хип-хоп-баттлы «Dance Forest». О встречах на танцполе – наш следующий материал. Дым, свет, настроение. Непосредственно и зрелищно. С первых секунд можно подумать, молодежь ловит ритм в ночном клубе. На самом деле на сцене Полесского госуниверситета, где в самом разгаре Dance Forest. Особенный танцевальный уикенд на юге страны. Именно так организаторы «Белорусская лига танца» обозначили свой проект в рамках танцевального феста «Belarus Dance Camp». Эдакие хип-хоп-баттлы в четырех номинациях. В эти минуты на импровизированном танцполе направление хаус. Особенность фестиваля в этом году, что мы решили немножечко поменять формат этого фестиваля и попробовать совместить в нем абсолютно разные две атмосферы. У нас было первое отделение, в котором был только хип-хоп. И было такое... Очень яркое, танцевали дети, хип-хоп, у них были батлы, как соревнования. А сейчас во втором отделении люди как будто бы погрузились в другую атмосферу, как будто они пришли на вечеринку. Здесь действует принцип – центр сцены принадлежит тому, кто готов там оказаться. Интересно, что в это же время в танцевальной толпе за каждым танцором наблюдает судья. И самым ярким участникам вручают специальные жетоны, что является своеобразным допуском в соревновательную часть. К слову, судьи – никто иной, как мировые звезды современной танцевальной культуры. Styles C – Швейцария, Сара Бидо – Франция и Марта Набвайр – Уганда. Кроме танцевальных баттлов, в программе уикенда эксклюзивные мастер-классы и интенсивы. В Пинске я примерно 6-й раз где-то, а на этом фестивале 3-й либо 4-й, но участвую я в нем первый раз. Вот. Здесь есть номинация Forest Flow, которая не подчиняется рамкам стиля, и я решил попробовать там поучаствовать. Мне нравятся люди, которые дают энергетику здесь, и это очень круто, что танцоры... Танцоры просто танцуют и делятся своими эмоциями. Я в этом лагере был года 4 назад, на этом фестивале тоже был, тоже в это же время. Мне очень нравится, что люди здесь делают, что они вытворяют. Танец – это определенная душа, которая у всех танцоров вот здесь держится, и мне очень нравится. Я танцую хип-хоп уже 8 лет, я приехала из Минска. В Пинске уже второй раз, но фестиваль каждый раз становится все больше и масштабнее, все больше крутых судей приезжает, и танцоров тоже больше. Приехали люди из Калининграда, из Украины, судьи тоже иностранные, но все очень-очень круто, атмосфера классная, даже не кажется, что ты вообще в Беларуси, такое ощущение, что ты где-то за границей, очень клево все. Международный молодежный лагерь в Полесском госуниверситете будет работать до середины августа. Всего в спортивных сборах для танцоров и чирлидеров участвуют свыше 3000 ребят.